Судьбу бродячих собак Сковородина публично обсудят на сайте городской администрации. Жители беспокоят то, что в городе начался отстрел бездомных животных. Местные власти просят сковородинцев предложить свои варианты решения проблемы. Последний раз бездомных собак в Сковородине отлавливали больше года назад. В 2012-м не трогали. Из-за этого, говорит глава Сковородинского района, их стало заметно больше. Местные власти считают, что это реальная угроза жизни и здоровью горожан. Однако сами жители против отстрела животных. Именно им предложат найти решение проблемы. В этом году собак снова будут отлавливать. Сумма, которая на это понадобится, еще неизвестна. На предыдущий отлов из городского бюджета выделяли почти 100 тысяч рублей. В администрации пояснили, если домашнее животное находится в общественном месте без хозяина, оно тоже будет считаться бездомным.